Налоговые льготы, материнские капиталы, банковские карты. Сотрудникам предприятия «Тепличное» рассказали о нюансах, связанных с бытовой экономикой. Уроки финансовой грамотности проводят в рамках месячника налоговой помощи в городе Ульяновске. У нас предприятие работает очень интенсивно. Мы не можем лишний раз позволить себе отлучаться с рабочих мест. Поэтому нам очень приятно, что пришли сотрудники фондов нас просветить в вопросах финансовой грамотности, чтобы мы знали изменения законодательства, новые какие-то налоговые льготы, вычеты, узнать дополнительные, какие представляет нам государство по медицине, на образование детей. Если в прошлом году внимание регионального Минфина было сосредоточено на районных центрах и деревнях, то в этом специалисты пенсионного фонда, банковских структур, социальной защиты и налоговой службы будут финансово просвещать жителей областного центра. У нас за этот месяц запланировано более 80 мероприятий, которые направлены на разные целевые аудитории, на разные возрастные и социальные статусы населения нацелены. Погружаемся даже вплоть до детских садов. И воспитанникам мы проводим информацию, даем и школьникам, и студентам, и работающему населению, и пенсионерам. Мы все сейчас сталкиваемся и с кредитами, и с различными формами платежей. Очень много фактов мошенничества происходит, особенно с людьми пожилого возраста. Поэтому необходимо дать для пожилых людей эту информацию, как правильно расплачиваться, что можно делать, что нельзя, что хорошо, что плохо. В феврале месячник налоговой помощи и финансовой грамотности стартовал в Засвияжье, в мае перейдет в Заволжский район, в сентябре мероприятие запланировано в Железнодорожном районе и завершатся в ноябре в Ленинском районе города.